Ребята, всем привет! Я бабушка Шо-Шо. И у нас уже по традиции каждый год история про Гринча. Мы с вами в деревне. И это самое лучшее время года. Завтра начнется самый большой праздник – Рождество. Ну а сегодня очень важный день. Сегодня мы должны украсить нашу елочку и зажечь на ней красивые огоньки. Итак, первое задание. Возьмите украшения из этой кучи и повесьте на елку. Ой, ну это мы с радостью. Это мы быстро, хотя елка очень большая, очень высокая. А времени нам дали всего лишь одну минуточку. Ой, ребята, торопитесь, торопитесь, а то не успеем украсить всю нашу огромную красавицу. Так, несу шарики. Смотрите, все пытаются повесить игрушки на самый низ, потому что это быстрее всего. А наверх кто полезет? Неужели у нас сверху елка останется неукрашенная? Так, надо это исправить. Ой, ребята, 26 секунд осталось. Смотрите еще, как много игрушек мы не повесили. Давайте, ребята, шевелитесь. Эй, завтра Рождество! Так, я повесила еще одну, и, друзья, осталось 15 секунд. Мне кажется, что мы не успеем. Посмотрим. 10 секунд, я несу свой красный шарик, все повесила. И бегу за другими, ребята, еще остались шары. А, 3 секунды, все, теперь точно мы уже не успели. Что будет? Тут вот хозяин деревни говорит, что спасибо, ребята, за помощь. Ой, это что, значит, что мы справились? А теперь пришло время включить свет на елочке. Давайте все вместе посчитаем до 3. 1, 2, 3. Елочка, гори! А, смотрите, наша елка загорается. И звезда. Какая красота! Наша рождественская елка готова. Это так мило. И теперь, когда у нас у всех дух Рождества, веселое настроение, нас приглашают на вечеринку с горячим шоколадом. Я только за. Я очень люблю вечеринки и надеюсь, что сегодня все наслаждаются праздником так же, как и мы. Я ненавижу это время года. Все такие счастливые. Фу! Ребята, ну вы догадались, кто это, правда? Но нет, только не в этом году. Я не позволю им праздновать. Я украду Рождество. Ха-ха-ха-ха. Эй, Чейн, а можем мы покататься на санках? Мне кажется, была бы отличная идея. Да, бабушка Шо-Шо, это классно. У меня есть 2 саней. Какой цвет ты выберешь? А между какими цветами выбирать? Скажи, какого цвета у тебя сани? Красные и зеленые. Ну, ребята, вы знаете, что я, конечно, выбрала зеленые, но большинство почему-то выбрало красные. И вот такие вот они, почему-то красно-зеленые. Не могу сказать, это красные или зеленые, но это огромные-огромные сани. И сейчас мы на них покатаемся, ура! Я взяла с собой свой горячий шоколад. На морозе пригодится, согреет. И, ребята, сейчас мы поедем! Ура! Мы едем! Ой, куда-то мы провалились. Ребята, все в порядке? Никто не ушибся? Я думаю, что все хорошо. Просто мы как-то упали со скалы. Мы так долго катались, что уже стемнело. Может быть, нам отправиться домой? Ой, ребята, а что это? Смотрите, написано: держитесь подальше, только Гринч. Неужели? Неужели это башня Гринча? Какая она большая! Да, это она. Можем ли мы войти? Кроме Гринча, никто никогда в эту башню не заходил. Ну что ж, ребята, давайте станем первыми. Давайте войдем. Смотрите, здесь есть лестница. Мы можем подняться. Только что это за шум? Смотрите, наверху крыша треснула, и через эту трещину залетает снег. Ой, нам надо скорее подняться, а то снег нас тут всех завалит. Ребята, быстрей, быстрей наверх. У нас есть всего лишь 55 секунд, чтобы подняться. Смотрите, какие тут ледяные ступеньки. Но все ребята хорошо прыгают.
у нас оказалась очень профессиональная команда. Смотрите, все прыгают, никто не падает. Молодцы, ребята. Так, еще немножко, еще чуть-чуть, и мы наверху. Ура! Смотрите, дверь. Сейчас время закончится, и дверь откроется. Ура, ура! Все, все добрались, дверь открылась, и мы внутри. Вау, вы только посмотрите на это место. Немножко жутко, но круто. Пианино есть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы первые люди, которые сюда пробрались. Хе-хе. Ой, ребята, я слышу шаги. Давайте быстрее прятаться. Все прячьтесь в шкафу. Только главное молчите. Не подавайте никакого звука. Все в шкаф, все в шкаф. Быстрее, бабушка, быстрее. 7 секунд осталось. Фух. Все, мы в шкафу. И сидите все тихо. Что сейчас будет? Кто там? Кто там? Это Гринч! Ребята, тихо, сидите тихо! Я здесь, мне грустно. А там, в деревне, все празднуют Рождество. Веселятся там и пьют горячий шоколад. А меня даже не пригласили. Но ничего, пока они будут спать, я надену костюм Санта-Клауса. И когда они проснутся, им будет грустно, потому что они потеряют все их подарки. Так, что это такое? Кто это там в шкафу? Это мы, Гринч! Это мы! И простите нас! Кто это мы? Здравствуйте, мистер Гринч! Мы заблудились в лесу и пришли сюда погреться. Но не переживайте, мы сейчас же уйдем. Не так быстро! Вы слышали мой план украсть Рождество. Вы всем расскажете. Я должен вас устранить. Что? Ребята, бегите! Ой, как он оказался за дверью? Смотрите, мы не можем сбежать. Ой, он кого-то лупит в шкафу. А, кто это? Что за привидение? Смотрите, Гринч! Почему тут два Гринча? Один злой, а один какой-то замороженный. Что происходит? Ой-ой, он гонится за мной. Гринч, Гринч, а что это за привидение атакует меня? Я никогда не думала, что Гринч может так поступать. Ой, ребята, что делать? Так, мы должны как-то его поймать и поколотить. Или он поколотит нас. Тут одно из двух. Ой, вот он за мной идет. Так, я сейчас буду его колотить. Получай, 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 Гринч, получай. Злобный Гринч. Мы хотели просто уйти. Но ты хочешь нас атаковать. Не даешь нам уйти. Так, ребята, где прятаться? Так, почему я тут бегаю одна? Где все? А, мне страшно. Опять это привидение. Так, может быть, им сыграть на рояле? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, страшно, мне страшно. Когда это закончится? Опять он идет сюда. Смотрите, он горит. Огненный Гринч. Так, что делать? Куда идти? Ладно, дети, вы слишком быстрые для меня. Я заключу с вами сделку. Я отпущу вас, но вы пообещаете мне, что никому не расскажете про мой план. Конечно, мистер Гринч, мы ничего не слышали. Но когда мы вернулись в деревню, мы приготовили ловушку. Ловушку для Санта-Клауса. Видите, мы сделали перед камином яму вместе с паутиной. Мы увидим, кто придет к нам ночью. Но мы с вами знаем, что Санта-Клаус не приходит в дом, если в нем дети не спят. Поэтому, ребята, все ложитесь спать. У нас есть 14-15 секунд, чтобы уснуть. Итак, я уже в кровати. Я заснула. А тем временем произошло вот это. Пока я спала, кто-то спустился в камин. Вот и пришло время украсть Рождество. Хо-хо. Опа! Ребята, что же вы наделали? Я настоящий Санта-Клаус. Я вычеркну вас из хорошего списка. Ой, вы настоящий Санта-Клаус. Простите нас. Мы реально хотели с вами встретиться. Вам лучше отправиться обратно и лечь спать, если хотите получить свои новогодние подарки. Да, Санта-Клаус, конечно, мы хотим получить подарки, поэтому извините нас. Мы отправимся в свои кровати и продолжим спать. Простите нас. Так, все ли легли спать? Ну-ка, ребята, все ложитесь спать.
дети заснули, но совершили большую ошибку. Дурацкие дети! Они заплатят за это! И Гринч украл все их подарки. Где подарки, ребята? Где они? Может быть, они на улице? Давайте проверим под елкой. Ой, под елкой тоже ничего нет. Что же нам делать? Я не знаю, но кто-то стащил наши подарки. Может быть, мы сможем проследить за тем, кто украл все наши подарки. Идите за мной, ребята. Да, мне кажется, это хороший план. Что ж, давайте попробуем догнать того, кто стащил наши подарочки. Ой, мы отправляемся в какую-то пещеру. Смотрите, пока он тащил подарки, он их терял. И теперь по этим потеряшкам мы можем проследить, куда он шел. Так, ребята, что-то там впереди я вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что нас ждет? Где наши подарки? Ну-ка, быстро отдавай наши подарки. Эй, ты кто? Кто стащил наши подарочки? Смотрите, нам придется прыгнуть на другую сторону. Льдины, между прочим, скользкие. Прыгаем, и некоторые льдины достаточно далеко друг от друга. Но я умею хорошо прыгать, поэтому сейчас я переберусь на другую сторону. И что я вижу, ребята, тут какой-то бункер. Давайте войдем в него. Ой, тут так светло. Ребята, смотрите, вот же наши подарки. Кто-то притащил их все сюда. Но где это мы? Странно, странное место. Так, что происходит? Дети, вы позволили себе прийти сюда? Я говорил вам, не входить. Но вы украли все наши подарки. Я не верю, что вы настоящий Санта-Клаус. Отлично, я не Санта. Я Гринч, и я не позволю вам забрать эти подарки. Вам придется сразиться со мной. Давай, Гринч, мы тебя не боимся. Знаешь, сколько битв с боссом я выиграла? Вот, пока ты будешь на меня охотиться, я даже смогу попить горячий шоколад, ха-ха. Знаете, что грустно, ребята, что из всей нашей толпы друзей сюда пришло только два человека. Я и вон тот мальчик. Это значит, что мы только вдвоем сможем атаковать этого Гринча. Смотрите, какой он огромный. Почему-то он вдруг стал гигантом. Получай, Гринч. Пока он устал, я его колотила. Но он отдохнул и опять начал нас атаковать. Я прыгаю, так надо забраться. Сейчас начнется лава. Лава поднимается. Главное, чтобы тот второй парень тоже был в порядке, потому что одна я не справлюсь. Мне нужна помощь. Вдвоем-то быстрее. Смотрите, мы его лупим. И еще чуть-чуть, еще немножко, и мы победим босса Гринча. А, я упала, смотрите, меня придавило. Ребята, но я встала, я сильная, я не сдаюсь. И еще разочек надо его поколотить. Так, лава, уходи. Ну же, бегом, ребята, бегом. Ой. Ну-ка, получится, нет? Бью. Ну давай, колоти его. И ура, мы победили! Хе-хей! Ура! Что ж, давай заберем все эти подарки и отнесем обратно в деревню. И будем праздновать Рождество! Смотрите, подарки под елочкой. И мы все вместе можем отметить Рождество. Это так здорово! Все правильно, ребята, но послушайте меня. У меня очень важные слова для вас. Рождество – это не только подарки. Это время побыть всем вместе. Так что я хочу пригласить Гринча провести с нами Рождество. Может быть, он не любил Рождество, потому что все время был один. Итак, что мы выберем? Не приглашать Гринча или пригласить? Все, абсолютно все ребята проголосовали за то, чтобы позвать Гринча. И вот мы все за праздничным столом с настоящим Санта-Клаусом. Ребята, вы большие молодцы, что позвали Гринча праздновать Рождество с вами. Даже если кто-то сделал плохой поступок, он всегда заслуживает второй шанс. И за ваше доброе сердце вы все получите подарки от Санта-Клауса. Вот они, забирайте свои подарки.
Ребята, смотрите, какой большой у меня подарок. Только елочки и видно, а меня не видно. Даже Гринч получил подарок. Ура, ребята, мы спасли Рождество. Мы вернули наши подарки и подружились с Гринчем. Надеюсь, в следующем году он не будет ничего воровать. Ну а вы, друзья, не забудьте поставить жирненький лайк, если вам понравилась эта история. Поздравляю всех с новогодними праздниками, с Рождеством. И не забывайте, что в праздниках главное не подарки, а быть вместе с вашими любимыми людьми.